Тем временем в Уральске вновь повысили тарифы для предпринимателей. С нового отопительного сезона цена на тепло выросла на 195%. Напомним, в начале года тарифы уже поднимали, однако после нескольких акций протеста бизнесменов монополист сделал перерасчет. Теперь же теплоснабжающая компания снова вернулась к утвержденной норме. Индивидуальным предпринимателям, чьи офисы, магазины и кафе располагаются на первых этажах жилых домов, предложили за свой счет установить общие домовые приборы учета. Но в палате предпринимателей считают, что бизнесмены не должны тратить на это свои деньги. И сам приказ, наш приказ департамента агентства не отменен, он действует, поэтому было время для тех же индивидуальных предпринимателей, чтобы установить приборы, учет, применить какие-то меры, в общем-то. Но тем не менее, многие просидели все лето, никаких мер не приняли. С первого, значит, снова отопительного сезона тариф действует. Мы хотим, чтобы приказы по утверждению тарифа образования на местах были зарегистрированы в органах юстиции, так как мы считаем, что это касается прав и законных интересов частных предпринимателей. Соответственно, частные предприниматели должны ознакомиться с настоящим проектом до утверждения, и, соответственно, проект приказа должен опубликоваться в средствах массовой информации.